Интермедия, которую мы вам показали, не совсем не такая уж безобидная, какой она кажется с первого взгляда. Дело в том, что целый ряд тем... Здравствуйте. 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 О, критика сюда пришла. Здравствуйте. 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 Простите, да. Я бы хотел... Я бы тоже очень хотел... Высказаться этого номера. Вы по поводу флюгера. Да. Я слушаю вас. Вы знаете... Не думайте, что в наше время... Простите. Пожалуйста. Благодарю вас. Вы понимаете? Да. Мне этот номер. Да, я понимаю, да. Да, мне тоже, да. Он не понравился, да? Нет, понравился. Понравился? А, очень приятно. А вам? Вы знаете, мне этот номер тоже. Понравился. Нет, не понравился. Не понравился. Нет. Вообще сценка. Так она, конечно, так себе. Хорошая. Хорошая? Да, вообще сценка. Сценка, она хорошая. Что? Нет, так себе. Так себе. Сценка веселая. Да. Но... Да. Но мелкая. Ага. У вас театр, простите, сатирический. Простите, сатирический. Да, тогда надо глубже, понимаете, надо глубже и... Шире. Да. Да. Да, я понимаю, да. Шире и глубже, да. Да. У нас ведь есть что критиковать. К сожалению, есть. Ну, а раз есть что критиковать, значит, надо критиковать. Надо? Да. Ну, в чем дело? Надо будем. Позвольте. Сценка, конечно, веселая. Да. Но над чем смеетесь? А, неизвестно, да? Ну как же, известно. Ах, известно, да? Да, над этим смеяться не надо. Не надо, да? Ну не надо, не будем, в чем дело? Сейчас надо говорить о явлениях нашей жизни каких? Каких? Светлых. Да, да. Фактах каких? Каких? Положительных. Да. Вот будем об этом говорить. Обязательно. Как надо же. Обязательно надо. Говорить надо сегодня, конечно, о явлениях нашей жизни. Да, да, каких? Светлых, да, обязательно, да. Темных. Темных, да. О фактах каких? Положительных. Отрицательных. Отрицательных. Будем об этом говорить. Об этом? Я не знаю, вот как... Ни в коем случае. А я считаю, нет, ни в коем случае мы об этом говорить не будем. А я считаю, что сейчас нужно поднимать... Да не нужно об этом говорить. Злободневный. Не надо об этом. У вас театр сатирический. К сожалению. Тогда послушайте меня. Сейчас надо показывать все темное, отрицательное. Естественно, наша прямая обязанность. Сатирический театр. Я вас понимаю. Послушайте меня. Послушайте. Театр у вас сатирический. Да, и именно поэтому. Только светлое. Как именно поэтому? Только положительное. Темное. Светлое. Отрицательное. Положительное. Отрицательное. Полосательное. Ну, выход один. Сейчас будем показывать все отрежительное и полосательное.